Так, ребят, можно слово сказать, да? Меня зовут Владимир Купецов, я официальный представитель Федерации Корейского Традиционного Мяча в России и официальный представитель Хокидо Корейской Школы в России. Сегодня мы открываем у вас такой маленький семинарчик, ознакомительный с Хокидо и ознакомительный с боевым искусством Хайдон Гундо. Я буду рассказывать, что это такое, когда, попробуем, подвигаемся. Потом в конце мы, где-то мы делаем заломочки, расскажу вам, как для чего это выполняется. И расскажу правила соревнований по хокидо и правила соревнований по корейскому традиционному мячу. Ребят, к нам сегодня приехал инструктор международной категории. У него черный пояс, третий дан. Вот. Поэтому инструктор очень серьезный. Самое главное для вас это обойтись без штрафов. Поэтому должна быть дисциплина. Мы с вами построимся как на тренировке и будем стоять в шеренге. Лицом ко мне. Старший становится назад. Владимир. Ноги начинаем плечи, немножко на плечи. Поехали. Значит, два, три, сет. Выполняйте.
к нему, и после этого подножку делали. Оценка этого движения на соревнованиях балл. Если мы двигаемся, вот, на соревнованиях, я блокирую движение, и, допустим, Андрей бьет, добили, показали, балл заработал. Жилет будет, да, здесь неудобно вас как бы взять, да, именно работа подмышкой. Под себя, нажмем, получается 3 балла. Дальше, отрабатываем. Первый делаем, да, все сделали, да. Близко к нему подошли, подтянули. Дальше, вот эта задняя нога уходит, если вот здесь вот сразу ногу пускай, да, получается треугольник. Уходит на задний треугольник, нажимает и отбивает. После наметили ваше движение. Все, стали. Дальше попробуем.
Ты, правая нога, шаг вперед. Удар. За голову. Защищаем спину. Саня, стой. Три шага вперед, только правой ногой. С ударом, три удара. На, медленно поехали. Ды. Теперь шаг левой ногой, левой. Шаг правой ногой. Удар. Удар. Шаг левый. Шаг правый. Цель. Дальше. Смотрим. Атакующий. Атака идет с левой стороны. Левую ногу ставим на 90 градусов. Цель. Удар. Левая нога впереди. На. Правый шаг. Давай.
что такое? Синее. Смотри, на пол и на корпус. Сочетайте, рассвязку. Не один, не одна, а не оттуда. Рассвязочку сразу. Ушел.